Чтобы подробно разъяснить южноказахстанским фермерам, как хозяйствовать на земле с пользой для себя и государства, в Шымкент из столицы прибыла целая делегация. Управляющие подразделений «Казагро» говорили о том, что в Министерстве сельского хозяйства для укрепления агросектора страны разработана новая специальная государственная программа, в которой предусмотрено все, чтобы помочь земледельцам крепче встать на ноги. В этой программе меры по финансовому оздоровлению субъектов АПК, инвестиционные субсидии, частичное государственное страхование, гарантирование полученных кредитов и множество других льгот и преференций, направленных на оздоровление и успешное развитие сельскохозяйственной отрасли экономики. Ознакомившись с планами по реализации новой государственной программы, участники совещания узнали и о других механизмах финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей. Дочерняя компания национального холдинга «КазАгро» АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в рамках программы «Эгинджай» направляет на весенние полевые работы 600 миллионов тенге. Целевой аудиторией этой кредитной программы являются хозяйства, имеющие небольшие земельные наделы. У фермеров к организаторам встречи вопросов оказалось множество. Почему по программе «ЫРЫС» поднялись проценты? Почему нельзя взять кредит под залог техники и собственной земли? Нельзя ли из программы «Сабыга» исключить пункт, касающийся обязательного наличия пастбищных земель? На некоторые вопросы ответы были получены сразу. По поводу других столичные гости пообещали проконсультироваться в профильном министерстве.